Вот такая вот в городе Армянске есть аллея. Она тут вдоль всех 9 этажек, вот одной, второй. А тут вот детская площадка, там магазинчики, да, видны. Вот такая вот площадочка. Вот качелька, детки мне катаются. Там через дорогу у нас такие сосенки, елочки, ели, голубые ели. А за ними почта и городской совет. Администрация городская находится. Вот такая вот улица. Это у нас центральная Симферопольская улица. Вот это трасса. Трасса идет Симферополь-Херсон. Много елочек, все зелененькое, зелененькие газончики. Напомню, 12 декабря сегодня. Ну, знаешь, центральных аллей города. Пешеходная зона. Все очень красиво убрано, чистенько. Город, конечно, в порядок привели очень хорошо. Магазинчики тоже. Да. Данечка, ходи по дорожке. Грязно на улице. Да, и сыра. Иголочки голубенькие, да? Голубые ели, вот такие красивые. Угу. Вот такой вот открыли памятник. Буквально, наверное, 2 года назад его как открыли. Потому что меньше. Будет. Можно было провернуть. А мы за хлебом зайдем в магазин. Тут хлеба нету. Идемте. Откуда ты знаешь, что здесь есть хлеб? Пойдемте сюда. О, у нас даже цветочки еще. В середине декабря цветут. Видишь, какие? Вот, смотрите. Тут катаются детки, гуляют тоже. Смотрю, это самокат сам едет. Ну, такой самокат интересный. Я тоже хочу. Мама, купишь мне такой же? Ой, у вас запросы, не успеваешь за вами. Да, я ее видел. Я на мигом тут пошла. Вот такое вот место в городе есть еще. Я видел, как она включила воду. А вы нет? Видела. Но я видел. Нам надо еще хлеба купить.
тут ларек хлебный есть. Не знаю, в это время батона есть еще или уже нет. Сейчас посмотрим. Маша, что у нас тут есть? Ма, давай булочку купим. Булочки покупать мы не будем. Ну, а хлеб? Мама. Да, батоны есть. Ну дома. Батоны дома есть. Дома будем есть. Все, покупаем хлеб, идем домой.